искренне рад вас приветствовать. Диалога по всем направлениям, с включением самого широкого спектра. Спасибо, уважаемый Виктор Федорович, уважаемые члены комитета, участники. За этот год это наша с вами уже третья встреча. Подчеркнуто обсуждали в Москве, поэтому сегодня будут представлены... Мы настроены на решение стоящих перед нами вопросов. И, в общем, мы президент страны, как... С учетом этого, как вы можете охарактеризовать на сегодняшний день вот эту разницу отношений? Полагаю, что коллеги сумеют договориться, исходя из интересов, упомянутых выше, и понимание того, что этот вопрос далеко не единственный, но важный, который определяет, по сути, вот создание вот этой атмосферы партнерства России и Украины. Надеюсь, на долгие годы вперед. Вот так мы к этому вопросу относимся. Для развития российско-украинских отношений, с учетом того, что... Объемы газа, поставляемые в Украину, подтверждается не менее 55 миллиардов кубических метров газа по цене не выше $130 за 1000 кубических метров.